Короче говоря, решила купить винишко. Что же для этого нужно? Я есть, деньги тоже есть. Блин, паспорт! Значит так, мне 22 года, и я имею право покупать алкоголь. Зашла в магазин. Блин, как жрать-то хочется. Так, стоп, я на ПП. Увидела цель. Иду к ней. Цель обнаружена. Как нам вместе будет хорошо? На кассе 100% попросят мой паспорт. Нужно что-то придумать. Вариант первый. Алло, Петр Степанович, снимаем акции, покупаем биткоины. Вариант второй. Ой, деточка, радикулит замучил. Старость не радость. Вариант третий. Везде 18, мне уже. Ну и на крайний случай. Четвертый. Девушка, паспорт. Девушка, паспорт. Может, договоримся? Забирай! Конфету тоже пробивать? Короче говоря, решила купить винишко. Стопудовый оптимист! Отлично. Можно делать селфи. Идеально. Кружу в инсту. Серьезно? Ты будешь грузить это фото в Инстаграм, даже не обработав его? Ну, мне без фильтров нравится. Давай хотя бы фильтры наложим. Хорошо. Листай. Оп, стоп. Вот, вот этот мне нравится. Вот какой? Этот? Нет, давай как следующий. Давай, назад. Оп, да, это то, что нам нужно. Выбираем вот этот. Или этот. Нет, все-таки вот этот. Хорошо, буду грузить. А это, ребята, мой завтрак. Серьезно? Ты будешь выкладывать это в Инстаграм? Алло, девочка моя, мы с тобой на ПП. Блин, вот что придумать? Ты натура утонченная. А это, ребята, мой завтрак. Папа... Сейчас я вызову его на батл. Ой, не надо! Я хочу вызвать тебя на батл! Ну хорошо. 901 Shelby Drive, look alive, look alive. Niggas came up. Got a secret, can you keep it swear? Мала-мала-пена. Burberry trench my coat, you smoke oregano, I'm smoking on the cat. Can you feel me? Ну чё? Ну очень круто. Понимаешь, танцы должны отбросить все эмоции и просто доверять своему телу. Идишь, позанимаешься со мной месяцок, не только финалистом будешь. Ну как? Ужас, как можно так одеваться? Ба, ну а как нужно одеваться? Сейчас. Бабушка, а давай я тебя переодену? Ну давай. Что за ерунда? Короче, сейчас родители с учителями уходят, мы с вами за школу и... Ты видела? Там Анька с 11 В в такой же блузке, как и я, пришла. Ой, да не парься, по-любому она на рынке ее купила. Baby. Ребята, вы деньги на ленточку сдали? А вы там, ребят, вы на подарок учителям скинулись? Ребят, вы на бухлишко скинулись? Я так буду по вам скучать. С вами были самые лучшие дни в этой школе. Да что греха таить. Я ради вас только в эту школу ходила, ради вас. Сосиска в тесте и мини-пицца. А что здесь вообще происходит? Вообще-то последний звонок. Тю, так и что я вообще сюда пришла? Надо всего лишь собраться. Раз, два, три. Нет, еще. Раз, два, три. Не, Степанна! На! Блин, я с таким парнем в интернете познакомилась. У нас сегодня первое свидание. Правда, я не знаю, о чем мне с ним разговаривать. Есть идея. Как слышно? Готово. Привет. Я Аля. Ой, то есть Майя. Меня зовут Аля. То есть Майя. Какую музыку ты слушаешь? Ну, хип-хоп, в общем.
дерьмо. Что за дерьмо? Что? Комплимент сделай. Ты такой. Ты такой противный. Противный? О, а ну подойди сюда, подойди. Иди сюда. Понюхай его, понюхай. Нравится, да? Нравится? Нравится? Я тебя не понимаю. Ты что там творишь? Мне кажется, мне нужно в больницу. Что у тебя там происходит? Ой! Ты где? Ну, Аля! Мам, я иду на вечеринку, дай мне 1000 рублей. Нет. Мама, ты должна мне 1000 рублей. Мама, мир атакуют инопланетяне, и ты должна мне дать 1000 рублей. Подайте Христа ради червонец золотой. Катьке дали 1000 рублей, Маринке дали 1000 рублей. А я что, хуже? А вот если все с 9-го этажа будут прыгать, ты тоже прыгнешь? Мам, нам на ремонт класса нужно 1000 рублей. Тебе уже 22 года, найди себе работу! Мам, дай 1000 рублей. Ой, спрашивай у папы. Пап! Ой, там тетя Нина всем во дворе говорит, что ты мне даже 1000 рублей дать не можешь. Мам, мне там нужно 1000 рублей на татуировку. Какая татуировка? Хорошо, тогда дай мне 1000 рублей, чтобы я ее не делала. Где ты там сидишь? В Инстаграме сижу, это соцсеть такая. А ну зарегистрируй меня в этом Инстаграме. Давай зарегистрирую. Доброе утро, ребятушки! Пойдемте будить нашу Маечку. Ба, ты что, меня зумишь? Нет. А это наша Маечка кушает. Ребята, мы идем пранкить Маю. Бабушка! А это наша Маечка разговаривает с женихом. Саша тебе перезвонил. Какой Саша? У тебя Никита был. Майя, потанцовывай! Девчонки, хочу показать вам свой must-have. Вишенка консервированная. Ссылка будет в описании. Майя, а где мой Инстаграм делся? А он удалился. Жалко, а у меня там всего был 1 000 подписчиков. Майя, мне кажется, тебе нужны очки для зрения. Да нормально у меня зрение. Просто тут такой шрифт маленький. Ну да, конечно, шрифт маленький. О, смотри, там зеленый, побежали! Красный. Да нет, зеленый! Нет, фу, походу, реально был красный. Вот это нам повезло. Че, ребят, играем в догонялки? Ты мой? Это Аля такая тупая, она меня безумно бесит. И ты понимаешь, что она все время пристраивается ко всем третья? Ой, Аль, привет. О, пока, моя маршрутка. А где я? О, смотри, вывеска «Горячие мужики». Май, горячие пирожки. Май, вот очки. Возьми и носи. Ну как, лучше видно? Ага, охренеть, как видно. Знаешь, у меня тут есть один знакомый. Всем привет. Совсем недавно я выставила вот это фото в Инстаграм. И мой директ был буквально завален сообщениями, как я сделала эту челку. В общем, сейчас я вам покажу, как сделать челку без парикмахерского вмешательства. Сперва нам нужно отделить волосы в форме треугольника. Сейчас объясню, как это все смотрится. Риттер спорт с куполом, розовый баблгам, Аэрофлот врывается в облака. Сначала это будет выглядеть очень странно. Теперь берем выравниватель и исправляем вот это вот. Если ты дашь мне еще second chance, тогда танцуем мы с тобой first dance. Если ты дашь мне еще второй шанс, то первый танец мы танцуем нас. В общем-то, здесь нет ничего сложного. И если вы постараетесь, то получится еще лучше. И, собственно, если бы я постаралась, было бы тоже еще намного лучше. Те, кто захотят попробовать сделать такую челку, выставляйте фотографии в Инстаграм, отмечайте меня и ставьте хэштег «челка от...». Че, игра? Ой. Че, ребят, играем в догонялки, ты водишь? Не, иди поближе. Тебе быстрее ударилось. Не, вот тут стань. Снимаешь? Да. Чё, ребят, играем в догонялки? Ты водишь?